Всем привет! Сегодня у нас 28 февраля, последний день зимы. Я сейчас вот готовлю. Я сварила сосиски и буду сейчас обжаривать и сразу варить вот эту лапшу. Высыпала уже лапшичку, и она уже у меня жарится. Вот так вот уже все поджарилось. Такая вот у нас поджаристая стала лапшичка. Мне нравится, какого цвета она получилась. Сейчас мы добавляем воды. Сейчас будет очень громко. Вот так вот примерно получилось. Вот столько воды, чтобы вскрыла, чтобы она плавала, лапша. Такая вот. И сейчас я беру роллтон, бульон говяжий. И просто подсаливаю. Кто-то может еще другие свои какие-то приправы бросает. Все, ждем сейчас, пока закипит, варится. Кстати, не обращайте внимания, у меня плита очень-очень грязная. Потом я все это помою. Вот она уже вот так вот закипает, бурлит. Ну все, у меня все готово. Кто у нас пришел с прогулки? Алина, ты где была? Алина, ты гуляла? Алина, ку-ку. Мама! Че, раздеваться будем? Алина, а где Тёма у нас? Нету, в садике Тёма. Правда? Ой, какие ботинки грязные у нас. Ты топ-топ-то делала? Ходила топ-топ ножками? Топ-топ, топает малыш. Топ-топ, топ-топ-топ-топ-топ. Козя-козя-козя-козя. Сидим с Фаней. Время у нас 25 минут седьмого. Мы сидим, семечки щелкаем. Там чаек Тёмин стоит. И газировку еще пьем. Столько времени не снимала. Начала я, наверное, снимать после обеда. Да? Нет, Алине это не давай. Алине это нельзя. Окно открыто, она сидит. Так я не знаю, что ты ее посадила ко мне. Иди к Тёмочке. Кто там? Кто там? Доча. Доча, доча, доча. Открой ротик. Как ты любишь открывать? О, как Алина ротик любит открывать. У нас еще посуда грязная, надо вот ее помыть. Ой. А у меня болит голова. Ой, мама придет с работы. И мы, наверное, с Аней прогуляемся. Она же посидит вот с этим вот ребенышем маленьким. Ой, там кака нельзя, Алина. Все, у меня Ваня уже ушел туда, в комнату. И сейчас я помою тоже посуду и пойду к нему. И еще, знаете, вчера снимала влог. И мне что-то как-то все не понравилось, как я там снимала. Да и настроения не было. Сегодня, если честно, тоже особо нет настроения что-то либо снимать. Но
Я все равно решила что-нибудь поснимать. Потому что если я поставила цель снимать, то нужно снимать. У меня тут сын пришел. Что, сын? Что такое? Что делаете? Нет. 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 Голубой. Зеленый. Ну а первый какой должен идти цвет? А? Какой первый цвет? Так вот, давай, и она будет одевать. Так его не вытащить. Тёма, ну это не надо вытаскивать. Тёма, это сиреневый вообще-то. Сиреневый. А должен какой сейчас? Тёма, первый синий. Вот, да. Отдай ей синий, пускай одевает. Тёма, ну ты же ведь большой взрослый, все понимаешь. Так, следующий. Поближе ей подвинь, ей неудобно. Зеленый. Повторяй, зеленый. Желтый. Да. Красный. Да. Так, и головушку. Киска. Головушку одевайте. Вот, молодцы. Алина. Пришла я на кухню наводить порядок. А то у нас тут ужас. Ужас какой-то творится. И плиту я еще не помыла до сих пор. Целый день она грязная стоит. Так что сейчас я этим всем займусь. Вот. И время у нас уже 18:48. Скоро придет мама. И мы отправимся с Ваней на прогулку. Мне нужно обязательно подышать свежим воздухом, потому что я очень плохо себя чувствую, у меня болит голова. Ну все, я сделала порядок на кухне. Правда, тут гора посуды, потом мне нужно будет разобрать. Все у меня чистенько. Все готово. Еще я сейчас разогрела кашку гречневую доченьки. Сейчас пойду ее кормить. Как Алина кушает? Ну, кушай кашку. Кашку ням-ням Алина кушает. Что там? Мама. А. Алина? Ничего. Не знаю, мне вроде симпатичный. Давай ням-ням. Тебя дел много, да? Ням-ням, доча кушает. Кто это, Малина с мамой? А он свой же. Мама. Давай. Мама. Давай ням-ням. Коля. Мама. Да. Вышли мы с Ваней погулять. У меня болит голова. В общем, вот. Мы идем. Да, Ваня? Тут горят фонари, но все равно очень так плохо все видно. Ты уж не делай так, чтобы мне было стыдно. Так я же это вырежу. А я думал, ты этой камерой снимаешь. Нет, я самой ужасной камерой снимаю. Да, я снимаю камерой, селфи-камерой, как ее называть, фронтально. Да и тут хоть у нас свет такой, ему бы светило в окна, в окна даже запечатано. У нас тут живет на этой улице один человек. Олень. Его называют Олень. И, в общем, над ним все смеются, а у него не все дома. Вот, Ваня тут рассказывает. Опять приколы, прикалывается. Вообще никого дома нет. Так что вот так вот. Ладно, ничего уже не видно. Ой, вот у меня вообще так болит голова. Когда Ваня шутит, я не могу просто не смеяться. Вот мы идем. Мы с Тамарой ходим пары. Ваня на меня руку положил, и я прям вообще чуть ли не падаю уже. Угу. Так хорошо, на улице никого нет. Идешь себе, гуляешь. Так классно. Вот брат мой тут живет. Это дом моего брата, здесь он у меня живет. Это Ванечка.
Ребята, вылезай. Ваня, а тут такие глаза у тебя, знаешь, как у кошки, красные. Из-за этого. Из-за сорожки? Как это называется? Из-за вспышки. О. Ой, как давно же мы не гуляли вместе, вдвоем. Да? Часто втроем. В смысле? Камера еще. А, ну да. Ну, раньше я тоже снимала, но, конечно, ничего не выкладывала на YouTube такого. Это оставалось как-то в семье, в семейном архиве. Вот такой вот у нас прошел денечек. Надеюсь, вам было интересно посмотреть. Алина меня опять перебивает, не дает ничего сказать.